Время выбирать подарки? Выбирай лучшее. Дрема. Тепло и уют дома. Пушистые махровые полотенца, пижамы, пеньюары, халаты из нежнейшего хлопка, мягчайшие теплые пледы, одеяла и подушки. Угоди с подарком. Магазин «Дрема». Город Бердск, улица Ленина, 47. ТЦ «Меркурий», второй этаж. Попал в долговую яму? Нет возможности оплачивать кредиты? Мы поможем! Финансово-правовая компания «Альтернатива». Запишись на консультацию 322-22-14. Наш адрес – город Бердск, улица Ленина, 94, офис 2. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 18 декабря ночью и днем ожидается переменная облачность, слабый снег. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 13-15, днем минус 7-минус 9 градусов. 19 декабря ночью ожидается погода без осадков – днем небольшой снег, метели. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10, минус 15. Днем 4-9 градусов ниже нуля. 20 декабря ожидается снег, слабые метели. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 9, минус 14. Днем 3-7 градусов мороза. Автомобили «Лада» и «Шевроле Нива». Надежность и проходимость даже в сибирском климате. Официальный дилер – автосалон «Авто-1». Только в декабре. Выгода до 90 тысяч в автосалоне «Авто-1». 330-0303. Производственно-медицинский центр «Зрение». Мы заботимся о вас уже 50 лет. Изготовление и ремонт очков любой сложности, проверка зрения, консультация врача-офтальмолога. Пожалуй, самый большой выбор очков по низким ценам. Ждем вас. Город Бердск, улица Ленина, 33, и город Искитим, улица Пушкина, 36, а также салоны оптики в Новосибирске. Настоящий техосмотр вашего авто с комфортом для вас. Оформим ОСАГО без переплат и комиссий. Успей получить карту диагностики плюс осмотр всего за 435 рублей. Все просто. Наш адрес – город Бердск, улица Промышленная, 1А, перед магазином «Бастион» по Барнаульской трассе. Величайшие врачи всех времен и народов сражались с невидимым врагом, имеющим множество обличий и одно имя – болезнь. Великих врачей было так мало, а болезней так много. Теперь же интуицию великого целителя многим больным дает он – магнитно-резонансный томограф. Видеть невидимое, служить людям –